Здравствуйте, дорогие друзья! В нашем туристическом гараже опять пополнение. Купил я вот такой хороший фонарик. Называется Bezel Swift RL. Повелся я на его рекламу, что он якобы дает 900 люмен, но на самом деле он их не дает. Но все равно он мощный. Я его опробовал на копе. На ночном копе на пляже, и в принципе он меня очень устраивает. Мне он понравился, честно говоря, поэтому я решил его вам показать. Пользуюсь я, у меня в пользовании два фонарика, я все время пользовался фонариками фирмы Diamant. Неплохие фонари, вот это вот. Одна модель, одна из первых, которых я купил, она была еще без аккумуляторов, то есть аккумуляторы приходится, нам нужно было купить или от батареек, но я купил аккумулятор и подзаряжаю. Неплохой результат. Вот это вот у меня тоже уже Diamant, это уже который с индикаторами зарядки, с аккумулятором тоже. Тоже неплохой, но этот мне понравился, потому что у этого уже есть интеллект, он реагирует на свет, где-то дает больше, где-то меньше. Короче говоря, кто занимается ночным копом или кто посещает пещеры, да, там темные места, в принципе, неплохая штука. Светит недолго, где-то я попробовал в нормальном состоянии, где-то 3,5-4 часа. Без остановки дает очень качественный хороший свет, потом уже все начинается ерунда, поэтому рассчитывайте так, мы будем говорить на качественный свет где-то 3 часа. Ну что я вам показал, так что, друзья, всем рекомендую, всем всего хорошего.